Здравствуйте! В этом видео я хотел бы рассказать вам о таком чрезвычайно полезном спортивном тренажере, как лестница скорости. У него еще есть и второе название, это координационная лестница. В принципе, оба названия хорошо отражают его суть, потому что с помощью этого тренажера хорошо тренируется как скорость, так и координация движений. Упражнений с лестницей скорости существует довольно много, какие-то попроще, какие-то посложнее. Сейчас наши юные спортсмены продемонстрируют вам некоторые из них. Из простых начальных упражнений это, например, простой бег. Каждая нога ставится в одну ячейку. Другой вариант обычного бега, когда в каждую ячейку лестницы должны поочередно попадать обе ноги. Вариант посложнее. Это, например, бег боком с поочередным забеганием обеими ногами в каждую ячейку и выбеганием из нее. Существует некоторое количество прыжковых упражнений. Самое простое – это, наверное, прыжки зайчика. Немного посложнее – прыжки из стороны в сторону. Еще одно прыжковое упражнение – классики. Еще более сложное упражнение – лыжник. Напоследок я хотел бы сказать, что мне и как тренеру, и как спортсмену очень нравится этот тренажер. Я рекомендовал бы использовать его во всех подвижных видах спорта. И чем моложе спортсмен, тем быстрее он научится ловко управлять своими ногами и уверенно перемещаться. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч!